Письма со словами поддержки для военнослужащих написали учащиеся Пушкинской гимназии Сыктывкара. Чуть ранее послание на фронт подготовил ветеран Великой Отечественной войны Николай Акимович Рочев. Теперь их на передовую доставит боец по имени Андрей. Одно из писем он зачитал еще перед отъездом. Здравствуй, дорогой солдат. Я желаю тебе победы в этой специальной военной операции. Надеюсь, ты защитишь нашу родную родину. Желаю быть тебе храбрым и гордым. Ждем мы тебя. Возвращайся поскорее. Как отметил солдат, письма ребят он обязательно передаст бойцам, а послание от Николая Акимовича вручит лично командиру полка. Перед поездкой на фронт председатель общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Ольга Сычугова заверила Андрея, что за ним надежный тыл, и о самих бойцах, и о семьях в республике обязательно позаботятся. Мы работаем сейчас со всеми. Вот кому нужна помощь, нам приносят люди. Все, так, Андрей пришел, надо собрать коробку. Вон Юля позвонила, да, там. Да. Все, забираем. Еще кому-то нужно. Вот утром позвонили, там парень у нас в Белгороде, в госпитале. Там тоже одежда нужна. Все, уже тоже ушло в работу. Это как нам командир вот тоже сказал. Если, говорит, ну, солдат уверен в командире, да, то, что командир не побежит. И командир уверен в солдате. То есть, ну... Должно быть так, что солдат уверен в своем командире, командир уверен в солдате. Также, то есть, вы уверены в нас, мы уверены в вас. Да, то есть, абсолютно. Мы знаем то, что там вы нам поможете, привезете, а вы знаете, что мы не побежим оттуда, то есть, придем с победой. Волонтерский центр партии передал для военнослужащих и посылку продуктов питания и сладких подарков. В сборе дополнительной поддержки для солдат принимают участие неравнодушные жители, предприятия и организации республики. А вот как встречают груз из Коми на передовой, рассказала односельчанка Андрея Юлия Провст. Она уже не раз была в новых регионах нашей страны. Ребята очень рады нашей поддержке. Всегда, когда мы встречаемся с ними, они благодарят каждого жителя Республики Коми за такую активную поддержку. Республика Коми очень активно поддерживает. Часто приезжает наша гуманитарная помощь. Ребята очень довольны, рады, очень счастливы. И, как они говорят, у них поднимается сразу боевой дух.